здесь, там, в центре Финляндии, есть православная церковь. И не только православная церковь, а вот рядом есть бывший там, дом культуры или дворец культуры православного церкви. Сегодня там есть гостиница. Пойду-ка я узнаю, как это выглядит. Не знаю. Вот когда я еду, ну, там, разные места по своей стране, мне всегда вот хочется какие-то впечатления, какие-то вот воспоминания. То, что, например, гостиница. Ну, гостиница — это ну как? Ну, самое главное, конечно, чтобы была приятная комната, приятная атмосфера, там, чисто, все как-то, да и красиво. Ну, это вот один часть. А вот в основном, мне кажется, что вот хочется как-то, вот это совершенно как-то вот когда, пока я шел сюда по улице, я такого не ожидал. И это всегда приятно, когда тебе вот как-то удивляет вот какими-то вещами. Этому дому 30 лет всего. И раньше он был там дом, дворец культуры, православная церковь. Церковь вот здесь рядом. А потом в 2016 году местный бизнесмен, там, не знаю, там, их, по-моему, 8 человек, они решили сделать с него гостиницу. Гостиница здесь была всегда при церкви. Вот. Ну, такое маленькое. Но сейчас это стало больше. И вот приятно. Я не знаю. Я люблю всякие разные. И для меня это интересно. И этот дом тоже был, ну, раньше был дом переселенцев. Ну, это люди, которые во время войны были вынуждены уехать из Карелии. И очень многие из них приехали сюда, в район, это регион. И поэтому вот у них, это было для них тоже место, где встречаться. То есть мы пришли сюда, чтобы делать вот это у нас называется карельские пироги. Они вкусные, очень. Ну, как это вот всегда, как в каждом есть какая-то хитрость. Я вот сейчас пришел узнать, как делаются правильно карельские пироги. Из этого ты должен увидеть 7 церквей. Ну, квось это тесто. Значит, это должно быть очень тоненькое, как видите. Там как меньше, чем бумага. Потом вот на это тонкое тесто добавляется рисовая каша, но которая сделана на молоке. То есть мы притягиваем на себя, не сжимаем. То есть не сжимаем пальцами, а просто притягиваем на себя. Почему нельзя сжимать? Потому что там остаются кончики. И поскольку там будет температура 350 градусов, они сгорят. Поэтому в каждом есть своя хитрость. А вот карельские пироги. Они теплые еще. Своими маленькими ручками сделал. У нас всегда добавляется сюда масло с яйцом. Ну, кто-то с маслом чисто, ну, масло с яйцом — это самое то. Правильно. Хрустящее тесто, не такая вялая. Да? Жизнь прекрасная.